Итак, друзья, закончилось вчерашнее веселье, настало жестокое рижское утро, в рамках которого мы решили посмотреть, сколько же все-таки в итоге денег, сколько же всего в итоге денег нам удалось заработать на мерче, и разрешить наш с Александром спор на эту тему. Итак, смотрим. Нам удалось заработать 10, 12, 13, 14 евро 20 центов. Соответственно, я проиграл, Александр выиграл. Полюшка, поле. Едем мы по Польше. Андрей, ты босой будешь спать в другой комнате. Зажигалки нет, ключей нет. Но есть. Идеальные геометрические фигуры из хурмы. И вот последний. Да. Я хочу, чтобы вы все знали, что вы все чухонцы. Вам нужно знать только одно в жизни. Спокойно. Но пасаран, блядь. Мы в Берлине. Не пойму, Санёк, ты не хочешь пивка? Хочу. О, тем более это Эль Махнатый Шмель. Итак, друзья, мы находимся в Берлине, и сегодня у нас будет спор номер два. Мы ставим себе задачу проехать за сегодняшний день на велосипеде 40 километров. Саша Львов говорит, что такое неосуществимо. А мы говорим, я, то есть мы, Александр II, говорим такое, что сегодня у нас это получится сделать. Так что проверим это на деле. Спизжина, Казанский собор, Московские ворота, Европа. Что, друзья, наша попытка проехать 40 километров по Берлину грозит сорваться, потому что у нас случился велопрокол по какому-то странному стечению обстоятельств. Проколол заднее колесо моего замечательного байка. Справившись с первым испытанием в виде поломки велосипеда, которую исправил наш замечательный гитарист Александр. Александр, покажи свои ручоночки чистенькие. Ну вот, мы столкнулись со вторым испытанием в виде дождя, во время которого гонять совсем не хочется. Мы просто погуляем по западному Берлину и немножко пошопимся, а потом вернемся на велике и продолжим наше, так сказать, путешествие. We don't need no education. We don't need no education. Hey, teacher, leave your class alone. All my life. Got a break in the wall.